День матери-казачки на Кубани празднуется по-особенному. В нашем крае его отмечают уже более 200 лет. В этот день вспоминают подвиг казачек станицы Наурской, которые в отсутствие ушедших в поход казаков отбили нападение 9-тысячного турецкого отряда. Вспоминая об этой истории, в первом лицее состоялось выступление хора детства, посвященное Дню матери-казачки. Любовь, кто живет на белом свете, любить, кто может думать и дышать. На нашей грешной голубой планете родней и ближе слова нет, чем мать. Смелость, сила и любовь к своей земле кубанских женщин заслуживают восхищения и поклонения. Четырехкратный победитель муниципального этапа и трехкратный призер краевого этапа фестиваля конкурса «Поющая Кубань» хор детства первого лицея представил на суд благодарных слушателей свою концертную программу. Творческая палитра хора весьма богата, есть песни в самых разных стилях, на разные темы. Заслуга в этом в первую очередь руководителя хора. Кто-то в музыкальной школе занимается, кто-то вообще не занимается музыкой, но они настолько любят петь, поэтому они приходят и с удовольствием помогают мне работать, а я помогаю им учиться петь. Мы приносим победы нашему району и нашему краю в краевом конкурсе «Поющая Кубань». В зале были в большинстве, конечно, мамы участниц хора и других учащихся лицея. Они были очень растроганы замечательными песнями. Моя дочь уже занимается 4 года. С удовольствием я езжу на все конкурсы, на все смотры. Мне очень нравится, очень приятно, очень трогательно, как дети относятся к этому пению. И, конечно, какие они сегодня песни спели, они меня растрогали, конечно, до слез. Действительно, звонкие детские голоса, слова песен о самом главном, любви и привязанности, все это настраивало на лирический лад. Когда дети поют, они счастливы. Потому что, когда дети поют, это значит во всем мире мир. Поэтому пусть поют наши дети. И пусть эта песня, вот это ощущение этой песни внутри, пусть сопровождает их всю жизнь. Когда они сами станут уже мамами, бабушками, пусть они поют. Потому что поющая страна – это счастливая страна. Да, когда дети прекрасно поют, они делятся своим искусством со всеми, кто их слушает, и оттого всем становится светлее. Я очень люблю петь, и я эти песни посвятила своей маме. Мне очень нравится песня про маму «Мама, будь со мной рядом». Я люблю петь, потому что мне нравится, во-первых, музыка. Я сама занимаюсь скрипкой, и мне очень нравится. И я люблю посвящать своей маме вот песни и другим мамам. Любовь к песне сотворила небольшое чудо. Вот такой замечательный детский хор, который радуется сам и радует других. Андрей Вишневский, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События».